Саша изъявил желание покататься по карьеру. Да. Я попробую эту горку. А зачем его закапывать? Тебе надо было что? Больше скорости. Ну да, скорость. Ты что-то поехал там влево с тебя, что с ним? Ой, бля. Тебя опять снесло! Херась ты там со скроб, посмотри на низ движка. Ой. На зачем я на это согласен? Скорости трохи не хватает. Я эту попробую, покуда не заешь, другую не покажу. А эти там уже накопал, там не проехать. Здесь такой заезжаешь, думаешь, ну сейчас крутану и затянет, крути, нихуя. Леша порвал наколенник. Что? Ложи мне в рюкзак, наверное, если не прицепишь. А? Сломал? Ну. Сломал! Сейчас бенз весь высечет. Он любитель деревья повалять, смотрю. Кусок можно. Глуши! Ёбаная березка. Где березка, Лёша, блядь? Нет, съебал ты с камерой.
О, подножка даже была открылась. Прикольно. Газу! Газу! На КТМе. Ага. Попробуй эти горки на КТМе, что ты боишься? На. Перевернусь, что ли, для игр, что-то на КТМе. Здесь хороший пластик. Ага. Ну, я так и понял, дороже стоит вы, да? Я еще ничего не ломал. Ну, это ты. Он там сейчас на первый, похоже. Что? Яйца не стукнулся. Сплени выжми. Давай. Газ... А какая-то передача? Не показывается? Не знаю. Наверное, первая. Что? Так. Так. Ну, в смысле, заведенный, тогда он поедет. Ты уже закопался. Дал проехать, бля, называется. Блин, это мотоцикл длиннее. Тут только как раз вот давай и привыкнуть, потому что он мощный, бля. Он на ту горку вообще не упирается, бля. Закидывается. Я думаю, бля, когда ты уже газ откроешь? Он в самом конце уже. Ай-я! Конечно, он уже выстрелит. Ну, я думаю, блин, сразу, чтоб не выстрелил. А второй! Саша, Саша, еще блин. Да? Да? Ты, может, на кнопку нажал? А? На кнопку нажал или нет? Ну, кнопка выключена. На красную. А? На красную. На красную кнопку. Ну. А-а-а. Да, тут нету никакой. Шурик, бензин закончился. А телефон звонит. Там, бля, едешь на такой, там надо вау, вау, вау. Страшно, чтобы не поломать же. Смотри, много дел. Шланг открутить там этот, который... А можно найти. Вообще ты так где-то по лесу открутишься, ну, да, пиздец, блин. Да не, вон, на соревнования надо пару раз, ну, объём.
Ура! Что ты смотришь? Что? Что смотришь? Газу! Да блин, ручка выскочила, блин, с рук. Сразу с газом. Корня. Ну там где заезд сделал. Сейчас Саша покажет мастер-класс. Какой-то корень зацепился задним колесом. Ну ничего страшного. Видишь, даже Менчик заехал. Ты сам? Да, нормально. Нифига себе. И в обратку. Пошел с газом. На Менчике надо с оборотами всегда. Я просто хотел оттуда так с поворотом попробовать. А. Назад оттяни. Бум. Вот так вот на сорелах и теряются.